Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе ВК. Ребятки, вы, наверное, как и я, любите хорошенько отдохнуть. Поэтому сейчас я вам покажу мой способ перезагрузки. Вот, патчи у меня уже готовы, масочки всякие. И еще я в домике, далеко от города. Тут такая тишь, благодать. И сейчас я, конечно же, посмотрю какой-нибудь фильм, чтобы вообще ни о чем не думать. Как хорошенько чилануть. Нам понадобятся уютные тапочки, плед, хороший предмет и кое-что вкусненькое. Здесь кто-нибудь есть? Здравствуйте! Кто-нибудь есть? Блин, вот это я дурашка, конечно. Я же далеко от города, тут точно никого нет. Просто ветер, веточки, подумаешь. Ладно, на самом деле хороший повод взять больше снеков. Отлично. Чипсов много не бывает. Сначала сейчас что-нибудь надо найти. Кстати, ребят, напишите, что вы любите смотреть. Понятное дело, что любите смотреть. Эй, что случилось? Так, ладно, Риви. Это просто такие неполадки с электричеством. Я же за городом. Все нормально. А потом досниму. Так, что я сегодня буду смотреть? Ух ты, тихо. Это уже не смешно. Жесть. Если тут кто-то есть, я вооружена! Лучше убегай! Так и знала, никого. Тут я совсем пугливая стала. Ой, жесть, мне же не показалось, что кто-то был. Сосед? Да нет, соседи уже спят. Нет! Тихо, тихо, все, все. Кто бы там ни был, он в дом точно не проберется. Все. Пьем водички, все будет хорошо. Так, может быть, просто кто-то заблудился. Так, или собачку искал, потерял ее. Все нормально. Я не включала чайник. Подождите. И микроволновку не включала. И телевизор не выключала. Так, подожди. Кто вообще это все делает? Моргает там вдали. Что-то мне не по себе. Так, надо позвонить пацанам. Блин, Влад не отвечает. Клинтик. Клин тоже. Марк, давай. У тебя вся надежда, пожалуйста. Марк, Марк. Алло, да. Марк, наконец-то, я так и знала, что ты ответишь. Да, да, Риви, что нужно, давай быстрей. Сможешь приехать, пожалуйста, это срочно. Я тут в доме одна и кто-то... Чего, Риви, давай без этих каких-то шуток, приколов. У меня деловая встреча в Расте, я не могу. Ты давай либо что-то конкретнее говори, либо пока. Марк, какие дела, уже поздно. Ну по каким делам? С людьми важными. Марк, ты что, играешь? Ай, ну, если только чуть-чуть. Марк, Марк, заканчивай играть и быстро сюда. Кто-то хочет пробраться ко мне в дом. Локацию скинула, давай. Ай, да, ладно, сейчас буду, давай. Скорее, пожалуйста. Нужно срочно куда-нибудь заныкаться. Так, а вдруг он сюда проберется? Тихо, нужно позвонить в полицию. Ну, ну уже! Блин, телефон сел. Почему так не вовремя? Так, не время паниковать. Нужно быть готовой, когда он придет. Нет, не подходит. Ой, нет, нужно что-то потяжелее. Так, Риви, успокойся. Все хорошо. Ты в доме, тут безопасно. Все тихо. Все, никого нет. Дома светло? Все хорошо. Все хорошо. Так, что? Нет! Что? Кто бы это ни было, ему точно не поздоровится. Смотри сама. Нет шишки. Не-не-не, все в порядке, все в порядке.
все хорошо. Марк, я думала, это маньяк, а не ты. И то есть ты хочешь сказать, что боишься, что кто-то к тебе залезет, а окно в котельной ты не закрыла? Окно в котельной? Блин. И вообще, трубки брать надо. Разрядился телефон. Вообще не удивлен. В общем, странные вещи происходят. Да, очень странные. Например, то, что ты тут ешь вкусняшки, кола. Небось, он страшных фильмов насмотрелась. Все мне ясно. Марк, ну телевизор был выключен, а сейчас он включен был. Что ты сочиняешь? Блин, Риви, зачем ты меня позвала? Я тут ехал, знаешь, сколько снега выпало. Я еле добрался. Ты он еще и сковородкой по морде мне ударила. Потому что не нужно было хлопать глазами. И вообще, у меня реально чувак вокруг дома ходит. Я тебе серьезно говорю. Не знаю, что делать. У тебя вокруг дома везде камеры. Чего ты не посмотришь? Точно. Хозяйка дома предупреждала насчет камер. Забыла. Все, помощь моя не нужна. Марк, иди сюда. Ну что там у тебя? Марк, вот он, смотри. Ну что, это какой-то сосед, наверное, твой? Нет, это не сосед. Глаза у него были красные. Ну, да это какой-то, наверное, очередной бродяга заблудился там. Или, может, кто-то шутит над тобой, там, айпад твой взломал. Заблудился? И прямо на моем участке? Случайность, повезло тебе так. Не могу на это больше смотреть. Все, не паникуй ты, сейчас все нормально будет. Марк! Марк, стой! Держи. Не надо мне, блин. Аккуратно, он может быть опасен. Куда здесь деньги? Марк, увидел что-то? Да, я его видел, но он вообще какой-то криповый. Я же тебе и говорила, тут был криповый чел. И что же нам делать теперь? Точно не выходить на улицу, не знаю, он там сейчас может походит чуть, замерзнет, да и сам свалит. Ну, пока так. Слушай, а вдруг это злодей какой-то? Нам надо сделать так, чтобы он просто нас испугался и свалил отсюда побыстрее. Марк, ты уверен, что это сработает? Да, кажется, работает. В фильме от грабителей помогло, а там у нас какой-то дурачок. Ну, значит, ты говоришь, что нужно их расставить? Да, единственное, что нужно сделать, и все. Ну, как-то сомневаюсь я, Маркуш. Давай, валим давай, на не будет. Сомневайся, работай. Это же медведь. И что? Вон, манекен есть, медведь побольше, по-любому испугается. Так, ставь этого его вот здесь надо поставить. Вот так вот, чтобы увидел шапку, подумал, что это человек. Я своего вот сюда поставлю. Видно? Марк, наверное, не надо лицом его сажать. Увидеть, что это панда. Ты лучше его переверни. Точняк. Так тогда. Я сама. Я же нормально сделал. Походу, это ты смотрела фильм, а не я. Так вот выглядывает. Да, Марк. Тяжелый. Марк. Дай мне. Это самый правдоподобный. Он должен из окна выглядывать. Вот, стоит тут в халатике. И что это у тебя? Все в одном месте собрались. У нас тусовка. А его мы на нашу тусовку не звали. Вот пусть и потеряется. Ну, прячь скорее. А вот этого? Ну подумай, куда? Ну туда пусть. Типа кружки моет. Сидя. Марк, иди погуляй. Ты большой слишком, вот и сел нормально. Погуляй. Так, женщины. Бедолага. Вот, мой посуду. Фух, спасибо, Марку, что приехал, а то беспокоилась. Все, получается, мы защищены. Давай что-нибудь посмотрим. Ютубчик там, я не знаю, что там сейчас показывают. Надеюсь, что все нормально будет. Все нормально, медведи вон стоят, твой чудик уже по-любому все увидел, да и убежал отсюда. Смотри-ка, это жесть в трендах. В фабрике пропал робот А4567. Это сверхновая модель, созданная по человеческому подобию. Будьте аккуратнее. Ни в коем случае не приближайтесь к нему. Это может быть опасно, у него могут быть приступы агрессии, а еще он может активировать любые электрические приборы. Марк, мне кажется, это он вокруг нашего дома бегал. Я не паникуй, ты, Риви. Будьте аккуратнее. Ни в коем случае не приближайтесь к нему. Это может быть опасно, у него могут быть приступы агрессии, а еще он может активировать любые электрические приборы. Марк, капец, это же он. У меня тут чайник выключался и микроволновка. И телевизор. И вправду он. Что будем делать? Звони! Чего сидишь? Блин. Блин, Риви, тут связь не ловит. А раньше тут ловила. Марк, срочно ищи связь. Я пока придумаю, что тут можно еще сделать. Нифига не ловит, ё-моё. Так, я поднимусь выше. Обычно в загородных домах это помогает. Ну ничего, мы сейчас позвоним куда надо. Его быстро заберут. Капец, у них робот, блин, сбежал. Они даже не чешутся. О, есть. Ну давай, теперь идите уже. Из-за
изобретательский центр. Алло, у нас ваш робот. Приезжайте быстрее, заберите его. Адрес? Металлургов 10. Все, все, пора мне. Что случилось, Риви? Посмотрите, что скорее, следы. Скорее. Что, слушайте, что такое? Что? Этот бешеный монстр порвался к нам в дом. А как он прошел? Не знаю, я отошла всего лишь на пару секунд, возвращаюсь. В общем, это же робот, они сильные. Раз, открыл окно. А ручка где? Вот, смотри, бежит. Марк. Да ты посмотри, он все ручки светил, чтобы не выбрались. Давай делать дёрну отсюда. Давай. Ё-моё, Риви, ручки-то нет. Как дверь-то открыть? Марк, подожди, как отсюда выбраться? Он какой-то фрик. Мы застряли в доме с робом-маньяком. Пока-маньяком. Ты слышала? Он на втором этаже. Марк, очень страшно. Он, значит, придет за нами. Пойдем, надо что-то делать. Блин! Надо найти какое-то оружие, не знаю, как-то начать бороться с ним. Марк, скорей! Так, тут нет. Нам нужно оружие, чтобы напасть первыми. Половник! Погнали! Где-то рядом. Главное, чтобы он нас не заметил. О, хороший робот! Хороший робот! Ладно, Риви, я разберусь. Если что, беги! Марк! Марк! Ау! Ну, один-один! Ай. Извини! Марк! Держись рядом! Лови! Быстрей! Я держу! Что делать? Не знаю, что-нибудь бери, нужно чем-то его сейчас ударить или облить, не знаю. О, ведро! Наполняй ведро водой, быстрей! Давай! А так, это же робот! Давай, я уже еле держу! Это же робот, у него от воды кукуха съедет! Да, ты точняк! Давай устроим ему сюрприз, я уже еле держу! Раз, два, неужели не сработало? Радар показывает, что сигнал шел из этого дома. Надеюсь. Не хочется прочесывать весь район. Сигнал очень сильный. Надеюсь, экземпляр еще не успел попасть внутрь жилого дома. Нужно спешить. Кто-то может быть в опасности. Вперед. Надеюсь, еще не слишком поздно. Эй, кто-нибудь дома? Долго. Возможно, мы опоздали. Здравствуйте. Извините за беспокойство. Возможно, увидели новости. От вас исходит сигнал, что наш робот из исследовательского центра находится у вас. Какая грубая. Странно. Обычно сигнал обозначает, что источник находится именно здесь. Ну, давай проверим все дома. А? Гляди. Это же серийный номер робота. Он тут. Помогите! Роботы могут перевоплощаться, но нам не знакомы человеческие эмоции. С помощью частички вашего мозга мы дополним эту информацию. Ваше последнее слово. Риви, только не надо! У нее и так мозгов нет! Юмор. Надо смеяться. Человеческая эпоха на стадии своего завершения. Есть кто живой? А-45-67, мы знаем, что ты здесь! Помогите! Доставай волноподавитель! Ага. Нужно закончить перекачку данных. Эй, Ром! Спасибо вам, ребята. Главное, что он не успел никому навредить. Ну, почти. Нужно подписать несколько бумаг о том, что все, что здесь произошло, останется между нами. Здесь. А что с ним будет теперь? Ничего особенного. Отправят на переработку. Может быть, что-то хорошее из него наконец-то получится. А, ну, надеюсь, на завод Поко.